Всем привет, ребята! Давно я вам уже не снимал Бравла, и сегодня у нас будет бой с боссом. Заодно и посмотрите на память, что она чудит. У меня уже эксперт, три боя я провел. То есть вот такая вот новая локация, в которой надо убить босса, пока он не убил тебя, скажем так. Немножко, конечно, мне неудобно. Будем юзать автопрок. У вас есть время, чтобы его слить. Надо от него убегать, в общем. Пэм здесь, мне кажется, одна из таких самых топовых. Ну, у меня плюс она десятка еще. В общем, он бегает, вызывает приспешников дополнительно. Блин, насколько неудобно. Планшеты намного удобнее играть. Все, это жесть. Разозлили мы босса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот так вот. Не вариант. Хотя я практически добивал бы. Так, гол еще раз. Надо будет сегодня отбить уже этих 6 как кубачей. Этого босса лучше всего бить дальниками. И бегать от него. Блин, ну чё ж вы бегаете? Так, иди нафиг. Thank you.
Как хорошо, что там есть отхил от попадания дополнительный. Вот так вот, ребят. Жизнь боль. Не хватает. Фактически чуть-чуть не хватает. Сложновато, но конечно, да. Конечно, мне удобнее было бы с планшета его завалить. Ай-яй-яй-яй-яй. Не задача. Эти 3%. Пишут, что
что обычный. Испытание обычный, нифига себе обычный. Так, где там тут босс? 14%, ребят. Ух, наконец-то. Это жесть. Эксперт пройдено. Да уж. Неплохо. Испытание мастер. Ну что, поехали? Попробуем. Плотненько. Тут, наверное, сейчас 1400 жизни. Так и есть. Да, нехило он так дамажит. Фига себе, нормально он гачит ракетками. Еще и злится теперь. Я представляю, какой там у него бешеный урон.
1400. Бах. Да, это жестко. Ну, в общем, буду пробовать дальше проходить. Может, сильнее будут напарники. Не знаю, пишите в комменты, что вы думаете. Ну, прикольная локация, как по мне. Ну, сложновато. Ну, может, с планшета будет полегче. Все, ждите следующих обзорчиков. Всем удачи, всем пока.